Что у нас победила демократия впервые за всю историю Украины. Есть мирная передача власти. И это прекрасно, поэтому я отстоял в очереди огромной в Киеве, получил открепительный талон. Я понимаю, что я чуть ли не там единственный, кто с открепительным талоном сюда приехал со своим партнером. И мы вот сегодня отдали голос. А сами вы откуда? Из Одессы. Из Одессы. То есть для вас было важно даже в путешествии в Нью-Йорк поголосовать? Ну, я приехал по работе, но я обязательно хотел дать свой голос, выполнить свой гражданский долг. Заодно я узнал о том, что на делянке зарегистрировано 12 тысяч выборцев, что явка в прошлый раз составила порядка 2 тысяч, в этот раз ожидается больше. Нарушений я не выявил, гречку мне пообещали на выходе, так что не задержите меня, мне пора идти за гречкой и пакетом, а то по булкам. Вы же только скажите, что это шутка, потому что... Мы... Это шутка, я же из Одессы. Кожен з нас має віддати свій голос, бо ми любимо Україну, ми піклуємося про неї, ми прикладаємо всіх зусиль, щоб в Україні був мир, благополуччя, щоб вона розцвіла ще краще. Це ж наша Україна, квітуча і щаслива. Дякую. Ви з Нью-Йорка чи ви приїхали звідкись? Зараз на даний момент перебуваємо в Баффало. Приїхали спеціально проголосувати, але за 3 тижні повертаємося до України. Одружити, бо нам хороша.